Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни. И мы продолжаем играть в Гаррис Мод, это уже шестая часть. Да, и сегодня со мной играет Snap Game и Deadly Man. Поздоровайтесь. Доброго времени суток. Здорово, ребят. И мы решили поиграть в мини-игру под названием Jeff the Killer. Придумал ее я, потому и буду говорить правила я. Так, в самой игре мы взяли какую-нибудь страшную карту, не на прохождение. Так как карта большая, мы там закрыли вход в лифт, только мы ее показывать не будем. То есть, ну, там просто закрыто все сеткой. Короче, интрига. Смысл. Мы ждем, когда Джефф, убийца, спрячет в здании золотой арбуз и где-нибудь на стенку присобачит. Вот это, да, вот это вот золотое яйцо. Вот. И он должен будет спрятать. Я спалил скин Джеффа. Так, все тихо. Ну, то есть, он прячет яйцо. А люди должны найти это яйцо. Да не яйцо, а золотой камень, короче. Вот. И игра будет длиться до того момента, пока либо не умрут люди, либо люди не вынесут яйцо из здания. Да, и мы используем мод на руки, мод на палочки, скин Джеффа и... Да, Джефф вот такой вот. Да, и Джефф будет бегать с ножем из Мурдера. Мне кто-то звонит. Потому что, чтобы он... Так. Давайте-ка... Черт, я. Так, давайте. Кто будет первым Джеффом? Давайте я буду. Да. Так, правила ясны. Вы берете палочки, нельзя их кидать, и вы можете бегать на шесте, но нельзя использовать бежок и прыжок. Вы будете тут ждать меня. Я сейчас отключу микрофон в скайпе, и я, короче, вам скажу. Точнее, не отключу тогда, когда скажу. Все, ждите. Ой. Нет, не напишу, я вам скажу. Да, я знаю. Так, все, да. Бенни вроде бы взял скин Джеффа. Всё, можешь не бегать по кругу, мне это не нервирует. Я просто не так весело. Давай вместе побегаем, пока Бенни там. Че, почему бы нет, попрыгаем вместе? Ладно, так, вроде бы сейчас стука. Давайте сейчас напишем Бенни. Да я тут-то. А, ну я думал, ты просто уже микрофон отключил. Нет, я отключу тогда, когда я скажу, что я готов. Так, я сейчас спрячу куда-нибудь в хорошее место. Я уже сам... О, какое хорошее место, и тут он будет прям как кстати лежать. Это страшно становится. Ну, как... Короче, ребят, он будет лежать в раковине. Хоть это и не... Это хоть не настоящий хоррор, но все равно страшно. Так, я беру... Я беру нож. Потому что это реальный человек, и... Ну, с тобой играет реальный человек, и это страшно. Кнайф. Ну, мне сейчас не так устраивает. Только Джеффу нельзя охранять яйцо. Вот это вот правильно. Это просто ему нужно бегать по всему зданию. Так, давайте. Бежишь, что ли, боишься? Ты за мной бежишь. Вообще-то нет. Вот. Она. О, кровь. Фак, она закрыта. Что нам делать? Я не знаю. Я... Страшно! Там страшно, туда страшно. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Я вошел. Так, надо дверь закрыть. Твою мать. Разбилка, я их ненавижу. Камеры. Блин, здесь произошло убийство. Блин. Разбитых. Ой, как страшно. Нам надо искать. Дверь заперта, идем дальше. Давай, идем обратно. Так, знаешь, куда пойдем, блях? Куда? Туда. Там еще. Там еще жопа. Еще! Там все жопа нигера. Так, тихо. Я ненавижу такую жопу. Ё-моё, я не хочу туда заходить. Я тоже. Ты давай, я был первым уже. Иди в жопу! Давай, иди, я был первым. Ай, как же страшно. Иди в план. Там ничего нет. Бежим! Так, куда бежать? Он там был? Да, он там был. Че ты мне не сказал? Че ты бежим, он ты просто засал. Бежим быстрей! А я тебя слежу, да? Пойди. Блин, он меня убил. Ладно, что-то дверь не закрывается. А, вот все. Пипец, как ты. Так, давайте. Летим на спаун. Так, кто следующий, Джефф, будет? Ну, давайте я уже.
Ай, как лагает. Ты будешь Джеффом. Да, всё. Ребята, мне Гаррисмот вылетел. Серьезно? Отвечаю. Ага, все, и мы начинаем играть. Идем. Почему ты всегда дверь открываешь? За собой закрываем двери. Они не закрываются. Джефф, нельзя использовать фонарик, он там с фонариком бегает. Кто я? Джеффу нельзя использовать фонарик. А он там с фонариком бегает. Ты видел? Да, я его видел. Бля! Вот эти, он начал сказать, как будто кто-то невидимый убивает. Просто не видно его. Он сзади тебя, короче. Я это должен быть. Ну, он меня убил, короче. Я буду на спауне считать. Ладно, страшно. Я от него спрятался. Не, реально, когда там пипец не видно, когда он приходит. Там куда-то кто-то невидимый. Он тебя со спины убил. Да-да-да, вот я и говорю, я бежал, и бах, кто-то меня убил. Все, в здание не заходи. Ты вырежешь этот момент? Ну, наверное, вырежу. Или ускорю. Я... всякую херню создавать пока. Фак. Отлично. Так. Ни хрена ж. Это в хоррор игру играю. Ты бы посмотрел, что я сейчас делал на спауне. Ты вообще подумал бы, то, что я идиот какой-то. А, так. Что-то еще было. Тын-тын. Такой звук. На записи будет слышно, наверное. Опа. Маленький. Нет. Дверь не открывается. Чего? Он идет за мной! Нет! Нет, двери нет! Китайские двери. Да! Будьте вы прокляты, китайцы. Жопа! Это пипец реально было, как будто я не знаю. Хоррор игру как будто в какую-то играешь. И теперь я? Ребят, реально, попробуйте как-нибудь с друзьями собраться и сами в нее поиграть. Карта называется RP Neverlows Hospital. Ну дашь, короче, ссылочку. Да, я ссылочку, наверное, если не забуду, оставлю, конечно же. Так. Короче, теперь я? По идее. Да. Ох. Опять у меня игра вылетает. А что случилось? Ну я жёстко, я еще там спрятался в тени, и ты такой пробегаешь. Ничего себе, я с помощью колеса и бочки сделал труд. Да что за паранормальное явление? Бенни, это нормально? Наверное. Это ты загрузил сохранение и такая фигня? Нет. Это нормально, что ты выжил от удара такой махины? А это нормально, то что вот это вот... Чё за... Воу, я только что прошёл, я только что увидел там это... Грань 40. Бенни, а вот это нормально, то, что вот эта вот фигня висит? Именно вот эта вот фигня висит. Нормально, что вот это вот висит? Ты нормально, что я тебя уже какой раз бью, и ты до сих пор живой? А это нормально, то, что у меня сейчас 85 хп? Это вообще, это нормально, что мы такой фигней страдаем? Ты что, я умираю? Лифт. Страшный, жуткий, тёмный. Да. Так, это еще что такое было? Меня бочкой оттолкнуло. А карта возьми. Воу! Я буду
все до компьютеров. Ауч. Ты дрын. Битва. Меня убил. Ай. У меня что-то зависло и круля. Снайп подключился. Ай, блин. Ай, ёб твою мать. Что случилось? Я опять вернулся, потому что я опять вылетела у меня игра. И ну, Бенни, не надо говорить такие слова. Выпускай, пожалуйста, карту. Хорошо, я теперь... не буду запилить. А Бенни, представляешь, всё, теперь я как Бенни Джек. У меня сейчас это пинг вообще 9. Да, у тебя сейчас всегда пинг как мой. Я не знаю почему. Давай, Снэп, ты правила знаешь? Давай. Эй, Дэдли, а почему ты использовал фонарик, когда ты играл Джеффом? У меня фобия. Ну, бери нож. Бери ножик. Я его взял. Не, если честно, я боюсь жестоко темноты. Я не знаю, почему. Так, слушай. Я аж прям до усрачки боюсь. Я думаю, что сейчас кто-нибудь вылезет. Пацаны, походу, я это гребаное яйцо не сохранил. Так, это было не круто. Ты еще на забор такой улетел. Лети на спаун, Снэп. Бери яйцо, дублицируй. Потому что. Отдай ты мне это гребаное яйцо. Так, вот оно. Озер, руки. Руки, так. Где? Надо сейчас найти эту слышащую палочку. А, вот она. Зелененькая. Я это, как его, когда ты увидишь Джеффа вдалеке, лучше брать из рук эту штуку и спрятаться в тени. Блин, а как а ты вроде бы еще как-то в настройках забиндил, чтобы типа у тебя и то было. В смысле? Ну, чтобы ты мог переключиться. Я никак не биндил. Просто ты говорил то, что ты это забиндил там кнопку. Ладно, все, я просто буду. Я не помню такого, я не помню. Сейчас. Не знаю. R, F, G, Q, E, V. Что ты делаешь? X, Z. Нет. Нет, не биндил, да, значит? Ну, о! Чтобы... Смотри, что это за кроватью. Так, ну сейчас я готов. Я запрыгнул на них! Чё за... Пацаны, мне сейчас страхово почему-то... Так ты один знание. Да, я один знание, хоть здесь никого нет. Именно в этом мне и поэтому я и боялся, что я один. Один. Когда ты один, ты много чего можешь испугаться. Ну ты правда. Сам не знаю, что у тебя в бошку пойдет. Так, ладно, ну что ж, ты готов? Так, ну пойди, я готов. Так, ладно, давай отключай микрофон. Ага. Так. Бенни, ты готов? Да. Я готов. Удачи тебе, черный друг. Удачи тебе, терминатор. Пойдем. Глоустик лучше брать, когда вообще темно. Так, я двери закрою. Продует еще. Пойдем сюда. Берем. Подожди. Закрой дверь за собой. Сейчас, секунду. Бенни, постой. Пока никого там нет. Тихо мы говорим, да? Ну, это эффект присутствия. Ну-ка, зайдем сюда. Кстати, я здесь раньше же прятал яйцо. Ты тут спрятал яйцо? Да, я здесь его спрятал. Ну не именно в там дальше еще проход, есть там темный проход, и я там его прятал. А я вообще думал в здании где. Я вот его именно здесь спрятал. Тут я вот здесь его спрятал. И страшно. Если он зайдет сюда, сразу убираем голстик и прячем всех, кто в той темноте где-то прятал яйцо. Так, ну все, вроде бы можно убрать. Идем. Ну пойдем. Страшно. С собой двери надо закрывать. Слышишь, что дверь закрывается или открывается? Сразу говори. Потому что это он. Моргает. Да. Блин, вот это вот мигание меня тоже пугает. Что ж такое? Показалось, блин. Страшно. Голостик. Это еще жуще. Давай. Ой, шутка. Пойдем. Мне наоборот, мне кажется, я тут в безопасности, когда в таком месте. В игре. А мне кажется, что нет. Что я не в безопасности. Подожди, надо пойти сюда. А, тут закрыто. Нет, двери закрыты.
А ручек нету. Ручки. Так, операционная. Или нет? Похоже на операционную, исследуем, да? Исследуем эту комнату. Тут ничего нет. У меня сердце бьется. Так, пойдем. Хотя это просто обычный хоррор с друзьями, но да, очень жутко. Так, надо закрыть дверь, чтобы он не знал, что мы... Здесь что за жопа? И это нормально? Не включай фонарик, я слышу. Тут дыр-ды-ды-ды снэп творил. Наверное. Да нет. Не, мы тут были. Где? Я знаю. Тут-то мы тоже были. Вот тут, вот тут мы были. Да вот тут вот мы не были. О, блин, не, он пишет, я ничего не делал. Ну, значит, призрак. А? Значит, призрак. Ага. Так, ладно, пойдем, да? Да, чтоб он выбежал. Единственный ему страх, что сейчас он выбежит из ниоткуда. А, блин, дверь открыта. А, погоди. Если слышишь открытую дверь, сразу говори. Куда пойдем? Давай сюда. Сюда? Не-не, сюда, сюда. Пойдем. За собой дверь закрой. Страхово. Моргающий свет. Берем голстик. Так, отлично, закрываем. Так, ага, здесь... Это лифт, здесь можно сломанный. Не раб... Нет, не похоже на лифт. Это лифт. Ну, где тогда кнопки? Нету. Ну вот, я же говорю, это не лифт. Это просто похоже либо на какой-нибудь там чердак или что-то. Давай попроверим эту комнату, охранник. Нет, это не охранник, это либо секретарша, кажется. Наверное. Либо, либо... Ну, короче, это... В больницах же сидит это, человек, который... Ой, блин! А, это здесь? Это телевизор. Я так испугался. Дверь закрыта. Пойдем. Блин, ну-ка, посмотрим. Еще... Давно я так еще... не чувствовал себя. Я готов, я уверен, что сейчас даже не надо никакую музыку вставлять. Блин. Не, я музыку ставлю какую-нибудь страшную. Да какая это страшная, тут так, не тут так... Были... Да. Так, не пугался, кто-то дверь открыл. Это я. Берем густик. Не включай, не включай. Отключи, тут все видно. Мы за собой дверь закрывали? Да. Идем дальше. Очень готов посмотреть, что он где-то отсюда выйдет. Так, дверь закрываем. А, это она не закрывается. Черт, придется так идти. Пойдем. Гостик. Она не закрывается. Тайная дверь не закрывается. Не, где-то она раньше закрывалась. Я вот тут вот от тебя спрятался. Да? Понятно. Так, здесь мы не были. Но здесь был супер. Что? Так быстро дверь открылась, я испугался. Ой, блядь! Блядь! Яйцо! Он охранял яйцо, это против правил. Я чуть не спал. Не, он охранил яйцо, это против правил. Я, он его зафиксировал. Какого фига? Снэп, ты нечестно играешь. Да, я его только что расфиксировал. Я его ничего не делал. Ну вот, смотри. Я его просто туда заспаунил, и все, там потом на деле посмотришь. Так он же спаунится зафиксированным, идиот. Блин, я не знал. Я просто его здесь ставил, положил и все. Давай, беги туда и отключай микрофон. Меня испугали до чёрт. Снэп, ты меня испугал до чертиков. Даже не фиксировал его. Мне сердце бьется сейчас. И что теперь делать? Я не знаю. Хочешь сказать, опять да прятать? Я проиграл, можно сказать. Точнее, ты не за тебя не засчитано. Ты неправильно все сделал, ты охранял яйцо. Ну, окей. Я не знал то, что нужно. Ну, ты сказал то, что охранить яйцо надо. Нельзя. Вы не теперь ты.
Да, надо, теперь а, я. Надо его, короче, положить и бегать по зданию, а не сидеть по в одной комнате. Вас находить, все, а я не так понял, походу, понял. Так, ладно. Джефф, ты какашка. Ты удалил? Нифига себе, у тебя всё. Рыло. Я иду прятать, блин, мне надо поменять скин. Погоди, дай я ей сфоткаю. Все сойдет. Летим-ка, да. Идет для аватарки. Так, да. Отлично. Не так. Очень правильно я все сделал. Идиот. У меня будет оранжевый. Так, теперь у меня будет оранжевый густик. Оранжевый? Зеленый. Мне красный. Зеленый как-то лучше светит, мне кажется. А мне кажется красный. Чем другие цвета, мне кажется, густик это зеленый именно лучше светит. А мне кажется белый. Так, ладно, сейчас скинусь. Я сейчас скинусь, поговорю. Так. Отлично. Так, давайте. Ща, я отключаю микрофон. Так, ладно, отключай. А мы пока что будем готовиться. Так, ну что ж, ты готов? Да. Идем. Знаешь, я потом... если ты боишься. Лучше это голостик лучше сейчас убери. Почему? Ну это в светлых местах лучше убери. А, возьми. Стоп, подожди, я руки-то не взял. Так, надо дверь закрыть. Сквозняк. Так, мы прибыли в эту психушку. Так, достаем боустик. Мы прибыли в эту психушку, чтобы найти артефакт. Да, мы как... Блин, я вообще Индиана Джонс. Грел и пласт. Как Индиана Джонс, ищем артефакты, только в хорроре. Да-да-да. Так, погоди, мне надо это проверить. Вообще ни хрена здесь не яйца видно. Нету. Да, он бы светился бы. Да. Мне да, кажется, пусть сюда даже не спрятал бы. Это бы не знаю. Идем. Бенни меня пугает. Я знаю. Так. Блин, это опять звуки в игре. Так. Твою же это. Там еще нету. Так прикольно слышать, как. Блин, твое лицо с Мундогом мне немного смущается. Телек. Дверь закрой. Ты чё, так, ты здесь лад... страховой, здесь можно немного отдохнуть. Ой, блин. Мне что, мне так это сидишь так напряжено. Ой, блин, мне мурашки по коже. Я боюсь открывать дверь, ладно, давай, рискнём. Иди, давай. Ходи. Хоть что? Пойдем за мной, ты. Знаю, пойдем. Страшно. Там дверь, там не открывается она. Не открывается. Мы идем сюда. Сюда пришли тогда. Не знаю. Он нам заплатит за это 1 миллиард долларов, что ты думаешь? Это быть полным безумцем надо, чтобы зайти сюда. Ха-ха, вот они. Готовим гости. Сул. Снэп. Ну-ка. И шагу назад. Говорится, да? И шагу назад. Идем только вперед. Двери везде позакрывай. Будем... А я что делаю? Будем искать. Так, Моник. Я походу эту хоррор игру знаю. Блин, она мне. Да, я знаю эту карту. Чё за карту? Из одной игры. Как? Нет, он на это было не так. Видимо, я рядом, я его не вижу. Да, вот, я вижу, как он убегает, только по пыли. Ух, ну ты и напугал нас. Ну, прям не так уж напугал, но почему я его не вижу? Я не знаю. Ты видишь, ты видел его, как он подошел? Ну да. Я видел, вот ты открыл дверь, он выбежал. Вот, а я не видел, я видел, как кто-то меня невидимо убил, все. Может, дети с Адоном? У него, кажется, с Адоном проблемы. Может быть, не знаю, но... Надо тебе переустановить его, наверное. Подожди, ты удалял мод на эроры? Да, удалял. Может, у тебя еще один мод установлен? На эроры, это просто бывает, а ты вообще скачивал скин Джеффа? Я?
Да. Да, ты же мне давал. Ну, а ты его сам видишь, этот скин? Да, я его сам вижу, я его спаунил там, ударал на один. Да-да-да. А... Ну-ка, ты меня сейчас не видишь, да? Стоп. Стоп. Ты меня сейчас не видишь? Тебя нет. А, теперь? Нет. Джеффу... Джефф там... Ну, Дэдли, была такая... Вообще-то он здесь стоит. Да? Да, вот он. Вот, я вижу синее сияние снизу. Я не вижу тебя реально. Ну, твои проблемы, значит. Ладно, я пошел брать. Спасибо тебе, друг. Ой, нет за что. Потому что ничего поделать не могу. Отлично, я взял Джеффа. Я установлю мод, потому что... Нет, мне не страшно, потому что я его не вижу из-за этого. Мне страшно только ходить по самой больнице и все. А ты Дэдли видишь? Да. А, Дэдли, да, вижу. Чё за говно? Интересно. А, нет, а вот Бенни, вот ты. Ты меня видел? Вы достали, я опять вылетел. Я вас обоих грохнул. Ты вылетел? Да. Что за говно? Ладно, может давай уже закончим? Нет. Ну смотри, раз такие уж проблемы у Снэпа, надо закончить. Да и как-то чувствую, что долго мы записываем. Да нет, мы записываем долго из-за ваших технических проблем. Да, чем быстрее, давайте, Снэп, быстрее заходи там. А... Да мне опять придется все идти. Восстанавливать с этим видео, если дальше... Короткая серия будет, но я все равно ее... Да, мне тоже. Ладно, что, заканчиваем? Нет, мне это то, что будет обидно, если половина видео у меня удалятся сами по себе. Сейчас, пацаны, я закончу тогда серию. Да. И вы тоже закончите. Да. Ну ладно, ребят, думаю, на этом серию можно закончить, потому что у нас тут много технических проблем, и мы не знаем, как их решить. Ну, думаю, сама серия хорошо получилась, так-то ну, смысл-то да. есть. Ну, да. Играйте, развлекайтесь на этой карте с этим режимом, ссылочку которого на не существует. Ссылочку на карты и на вот эти все фигнюшки будут в описании. Будет в описании, да, под видео. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы. С вами был я, Бенни, Снэп и Дэдли Мэн. Всем удачи, всем пока, друзья. Пока, ребята, спите хорошо.